На дорогах Китая заметили прототип электрокара Xiaomi. На опубликованных снимках невозможно разглядеть дизайн прототипа, но на крыше и под скрывающим полотном можно рассмотреть лидар и большое количество датчиков, помогающих системе автономного вождения Xiaomi Pilot. По данным СМИ, менее дорогая модель будет конкурировать с седаном Tesla Model 3, получивший кодовое имя Modena, вариант больше и мощнее Tesla. Ожидаемая стоимость новинки составит от 20 до 30 тысяч долларов. Полноценную презентацию электромобиля от Xiaomi должны показать до конца 2023 года, а в массовое производство он поступит уже в первом квартале 2024. Microsoft может добавить искусственный интеллект в приложение Office. По данным источников, разработчики и исследователи компании больше года работают над инструментами OpenAI. Однако разглашать подробности они не могут. Известно лишь, что по задумке нейросеть поможет пользователям автоматически создавать и редактировать тексты, а также электронные письма с помощью простых подсказок. Отмечается, что Microsoft инвестировала в OpenAI 1 миллиард долларов США в 2019 году. И как утверждают источники The Wall Street Journal, компания ведет переговоры о новом раунде инвестиций. В материале газеты говорится, что OpenAI могут оценить примерно в 29 миллиардов долларов. Листинг на Binance добавляет плюс 41% к цене криптовалюты. Аналитик Рен Н. Хейнрич в своем блоге показал, как листинг на бирже Binance влияет на цены криптовалют. Он проанализировал 26 монет и токенов, которые зарегистрировали на бирже Binance за последние полтора года. Большинство монет значительно выросли в цене после листинга. Например, в первый день плюс 41%. К третьему дню средний прирост цены составил плюс 24%. В среднем монеты оставались в плюсе 22 дня после листинга, прежде чем снова уйти в минус. По уверениям аналитика, примерно через две недели почти половина всех проанализированных криптовалют потеряла свой прирост, а большинство монет с отрицательной динамикой цен через пару недель попали в список медвежьего рынка.